Чё-то темно, доктор. Доктор, темно, чё-то. Это чё-то но... как-то. Доктор, вы не можете было? Использовать эту запись и распространять ее без моего ведома по конституции. Я вижу голоса. Ага. Что ж, все плохо. Она теперь голоса не только слышит, но еще и видит. Я вижу все. Вай. Давайте расскажите мне, как провели сегодняшний день. Сегодня день. Я думал, сегодня вечер. Доктор, что мне делать? Тут как-то слишком темно. Включите тут свет, пожалуйста. Тут темно! Я вижу свет. Так вы же не против, что я снимаю это на камеру? У меня есть канал на YouTube, я бы хотел это выложить. Я против порно. Пожалуйста, не надо порно. Пожалуйста. Это хорошо, тогда придется согнать с вас актера, который стоит. Месье, вы не могли бы отойти? Я загляну к вам в палату позже. Доктор, мне кажется, ваши эксперименты незаконны. Вай. Все законно, у меня есть бумажка. Посмотрите, видите, у меня есть бумажка. Ну все, значит, все законно. Вы говорили, что вы слышите Йорика, как он там? Йорик, да, вот вижу, прямо сейчас к стене прикован. И правда говорит, что его зовут Сергей. Но я не знаю. Вы рассказывали, что хотите прикрепить на осетру GoPro и посмотреть, что из этого выйдет. Что вы об этом думаете? Я думаю, лучше Sony. А так... Хорошо. Ждёшь, вот вам бумажка, что вы на ней видите? Меня простите, доктор, но какие-то голоса мне смеются прямо в ухо. Очень страшно, доктор. Я ничего не слышу. Скажите, что вы видите на этой бумажке? Быстрее, что же здесь? Я вижу ваши штаны, доктор, отойдите, пожалуйста. Хорошо, значит, вам привиделись мои штаны. Ну, тут все хорошо. Вы рассказывали, что у вас есть еще один друг. Как его зовут? Антон очень любит сидеть в своем уютном гробике. Он часто рассказывает мне сказки. Хороший Антон. Антон, хорошо. Вы подтверждаете, что Антон гандон? Вы знаете, Антон мне много о своей жизни рассказывал. Он говорит, что очень-очень хочет поближе познакомиться с Серегой, который висит на противоположной стенке. Но я не уверена, что его любовь будет взаимна. Мне кажется, доктор, там все плохо. Вы рассказывали, что после освобождения пойдете к бобрам и будете строить плотину. У вас осталось это желание? Вы знаете, доктор, Антон и Серега, они против. Они говорят, что бобры откусят мне руки и ноги. И, возможно, потому что вы бревно. Вы ощущаете себя бревном? Да, плывущим по реке жизни. Одиноким и тоскливым бревном, на котором постоянно кто-то сидит. Вы обычное бревно или все-таки у вас есть термиты, там все-таки что-то ползает внутри? Вот расскажите, расскажите, какое вы бревно? Может быть, дуб, ель, нет? Я бревно с мечтой, доктор. Я бревно с когда мечтой. Когда не хотели стать баобабом? Баобаб жирный, я хочу стать шкафом. Доктор, я свободен, доктор, о боже мой, выпустите меня отсюда. Антон, Серег, собирайте вещи, нам нужно валить срочно, давайте. Быстрее, быстрее. Я под потолком! Доктор! Мне доктор! Кажется, последняя доза спайса была лишней, ибо вы летаете. Вы не могли бы прилечь мне, так будет спокойней. Мне вот интересно, может быть, я сумасшедший? А давайте вы сядете на стул, а я прилягу на кровать. Давайте, доктор. Доктор, может... мерещится всякая хрень. Что это? Но недавно я пришел к пациентке, начал ее допрашивать про бобров и осетра, она стала летать по палате. Ага. А вы не думаете, что все-таки та доза спайса была лишней? Но я не употребляю спайс, я вообще не употребляю наркотиков, я просто заядлый алкаш. Там ничего плохого. Вы не думали, что проблема в этом? Употребление алкоголя, оно влияет на мозг. Я утка. Доктор, мне кажется, вы свободны. Вы можете идти в мир и творить добро. Вы же утка добра, правда? Я... утка, в которую сунут. Не знаю, как вы, доктор. Но я не рассказал про Семёна. Вы хотите рассказать нам про Семёна? Меня это беспокоит. Расскажите нам про беспокоящего Семёна. Дело в том, что у Семёна отношения с Антоном. Антон
узнает, что он гандон. Он прячется в шкафу, когда Семен приходит с волшебной палочкой играть с ним в нарды. Как же Серега. Да ну их нахуй, я пошел. Я сам не понял, что вы сейчас посмотрели, но надеюсь, вам понравилось. Если хотите подобных роликов, пишите комментарии, ставьте лайки. А еще можешь поделиться этим роликом с другом. Вьетарта! Та-да-да-да! Бомбануло.